боится лесных демонов. Он вырос в поле. Едем к сейму. Денис буксует. Не зря у Дениса кроссовое крыло. Мы заехали. Вот это засада, да? Интересно для вас, упаду я или нет? Я не упаду. А потом будем мыть всему, может, утону я там или нет. Я сам себя уже ругаю. Глянь, я сам себя ругаю. Я тоже тварь. Ну тебе-то не пристоим, как две мрази тут в дебрях. Вот одна из них. А вторая шлем держит в камере. Еще хотел бы признаться зрителям. Зрителям, да? Да. Ну вот мы тут заехали. Хер, Денис, поедем, может, туда дальше, по той стороне попробуем. Потому что я по этим вот катакомбам тут уже страшно. Поехали!
здесь демоны живут. Придется назад ехать, да? Денис, ты давно здесь? Ты завел меня. Я, блин, теперь моя очередь. Сейчас кофейку, чайку. Миссию свою сегодня выполнили. Да. Даже перья. Сегодня отправим одну копию этого продубаса в поле чудес.
к Якубовичу, вторая поедет в офис придонков. О как! Вот ты видел мои кроссовки. И кроссовки тоже завернем в газету и куда-нибудь там в качестве приза можно в Поле чудес разыграть. Если что, у тебя там еще есть, может, шапку твою там на аукцион выпить.